Как стать олигархиней? Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Такие небольшие технические вопросы. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. И моя программа «Завтрак на позитиве» со мной, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Так что вот, такую небольшую генеральную уборочку. Постель я не застелила, недавно встала. Сейчас готовлю себе завтрак на позитиве. Ох, вот Татьяна Салмановна, да, вот это богема. Сегодня богема встала рано. В 8 утра богема проснулась, легла рано, встала рано. Так что вот. Как говорит, советует Наталья Правдина, сейчас такие времена, надо очень много работать. Чтобы заработать, нужно очень много работать, чтобы быть в тренде-бренде. Так что вот. Тарелочку я уже помыла, вилочку, ножичек помыла. Сейчас помою персик, виноградик. Сухой завтрак, это все порежу вместе с сухим завтраком. Так что вот, приготовлю себе завтрак, сделаю кофе. Сан-Доминго Роял. С вами секретничать на разные темы. Это такие секретики. Ах, эти конфетки, лимончики, неугомончики. Потом я буду делать себе салат из свежих овощей, пожарю цукини на подсолнечном масле, сварю макарошек с соевым
мясом. Вот такие вот дела. С вами я, специалист в области позитивной психологии, Татьяна Салманова на Мактум Сайфудин.